В Новосибирской области заключенные исправительной колонии номер 14 устроили беспорядки. На кадрах любительской съемки видно, как они раскачивают металлический забор на внутренней территории. Конструкция в итоге не выдержала. Такие агрессивные действия вызвало заявление одного из заключенных, утверждавшего, что его избили надзиратели. В управлении ГУФСИН сообщили, что осужденный действительно вступил в конфликт и отказался выполнять требования сотрудников, но его слова об избиении не соответствуют действительности.